Здравствуйте, уважаемые англичане! Мир грибов. Опять эта тема. Сегодня героем нашего дня, что ли, будет вот этот гриб под названием навозник. Или на латинский манер капринус. Копрус – это латинское название навоза. Это слово должно быть натуралистам знакомо. Так вот, это капринус белый или лохматый перед нами. Ну, белый, потому что шляпка белая, а лохматый, потому что когда он в зрелом возрасте, край шляпки напоминает край войлочной шляпы. То есть, на самом деле, лохматится. И еще другой будет у нас навозник, но о нем чуть-чуть позже. Вот это вот, прежде всего, самый такой распространенный. В данном случае, вот эта куртинка, что ли, так, стация навозника белого или навозника лохматого, необычная, интересная для этого навозника. Обычно навозник растут у человеческого жилья, жмутся к ним, потому что там навозу часто много везде, так, там навозом удобряется почва, клумбы там на огородах, и они, соответственно, выбирают унавоженные такие места, и там развиваются. И многие их в городе видели, навозники, знают. Навозник отличается тем, что его можно есть, он съедобен, это гриб-деликатес. Его очень любят немцы, итальянцы. На Западе он в почете. Ну, та же, допустим, та же устрица, или та же виноградная улитка, или та же лягушка у французов, так? И у нас есть гурманы-любители этого блюда. Едят навозники в таком примерно возрасте. Вот здесь я сейчас одну вырву, молоденький. Вот примерно 5 сантиметров длина шляпки. Там дальше ножка. В таком возрасте, чтобы пластиночки, он относится к пластинчатым грибам, не трубчатым, а пластинчатым. Вот, то есть сыроежки, груздья, это все их, его родственники. Это семейство навозниковых. У нас вообще-то всего в Ярославской области, вообще в центре России, произрастает 10 видов навозников. Это один из них, из 10 видов. Вот. Если мы разорвем шляпку, этот колпачок, так, разорвем, то увидим эти пластинки белыми-белыми. Видите, белые-белые пластиночки. Вот они. Чисто белые. Вот как раз самый съедобный вариант, самое съедобное состояние гриба, так? Вот именно такие грибы и нужно собирать. А вот чуть постарше взять, если навозник, так, о, розоватый, черноватый уже, видите? То есть с возрастом пластинки розовеют, а потом начинают чернеть. Итак, съедобность этого гриба, так? Как он готовится? Берется в руки нож, и от основания шляпки вверх, к верхушке, делается зачистка. Ну, как у масленок, так у масленок руками пленочка снимается, а здесь просто легко скоблится ножом, видите, поверхность становится гладкой. Потом верхушка шляпки срезается ножом. Дальше с ними уже делаются определенные кулинарные операции. Какие? Ну, по-разному. Можно просто их, как обычный гриб, готовить, жарить, так? Вот. А вот знаток грибов, которого я упоминал уже в прошлой передаче, Дмитрий Зуев, так? Подмосковный грибник известный. Он такой рецепт приводит приготовления капринуса или навозника белого. Вот я даже хочу вам процитировать, потому что, пожалуй, это будет интересно. Нужно их помыть, эти молоденькие капринусы, шляпки, помыть в холодной воде и уложить в кастрюлю. Воды не нужно, только посолить, прибавить перец, лавровый лист, можно корицу, бадьян, лук. Нагретые грибы скоро дадут сок, кипятить в соку надо 45 минут. А дальше решайте, как их использовать. Можно варить суп, жарить на сковороде, приготовить соус, добавить фарш из сухих овощей или пропустить через мясорубку с вареным картофелем, капустой. Очень вкусные и хорошо сохраняются грибы и в маринаде. Вот видите, какое разнообразное применение могут найти эти вот на вид неказистые грибочки. Вот это насчет съедобности. А теперь об этой черноте. Вот видите, старая шляпка, через 48 часов, через двое суток от этого гриба ничего не останется. Вон, вот что у нас тут дальше есть, видите? О, жалкие остатки, только длинная-длинная шляпка, вверху почерневшая, то есть ножка вверху почерневшая, а сверху остатки шляпки. А до этого вот эта шляпка волочная, лохматая, она вся на конце как бы чернильной такой черной жидкости, видите? Вот что творится. Прямо буквально она как деготь руки измазала все. Вот эта чернильная жидкость,
она применялась в качестве чернил. Особенно ценились эти чернила для подписания важных бумаг, в частности государственных. С той целью, что их, такие чернила подделать, бумаги, подписанные такими чернилами, подделать уже невозможно. Что такое за свойство этих чернил? А вот в чем дело. У самой этой жидкости чернильной, так, в старом грибе, конечно же, попадает в эту жидкость споры. Споры образуются, вы знаете, между пластинками шляпки, так? Они высыпаются, когда высыпаются наружу, вот, они попадают как раз в эту образующуюся черную жидкость. И потом, соответственно, чернила. И когда чернилами что-то напишешь, подпишешь, вернее, так, там они создают особую такую структуру, рисунок. Это гарантия неподделки этих документов. То есть повторить такое невозможно. Вот это такая история про гриб навозник белый. Рядом у меня еще один навозник. Мы тут же нашли навозник серый. Видите, они уже другой формы. У них колпачки, шляпки у того навозника белого или лохматого, они конусовидные такие, продолговатые, так? А это, видите, как более короткие, более широкие, расширенные. Это совсем другой формы. Это не совсем молодые, потому что они уже дают то же самое чернильное вещество, выделяют уже, все разлагаются, так, стареют. Но почему мы вам показываем этот гриб? Гриб навозник серый. Они обладают антиалкогольным свойством. Дело в том, что если приготовить молодые навозники, эти серые молодые навозники, так, и угостить человека, который любит выпить, он поест, все вкусно будет, нормально, ничего страшного, так. Вот. Но дело в том, что потом у него начинает краснеть кожа, какие-то там появляются, учащается сердцебиение, вот такие признаки какого-то нарушения есть. И на этом все кончается. Но зато на следующий день, когда он, допустим, захочет похмелиться и снова выпить, так, то это сразу наступит у него полнейшее отвращение. То есть он буквально, можно сказать, это хмельное буквально у него обратно выльется, потому что он же принимать его не будет. Вот такое вырабатывается своего рода кодирование, получается. Отвращение сразу моментально при последующем принятии алкоголя наступит реакция нехорошая. А реакция-то связана с чем? Спирт соединяется с веществом, которое есть в этом грибе, так, навознике сером, и спирт обезвоживается. И там получается какое-то такое другое вещество соединение, и организм реагирует очень серьезно, и в конце концов получается так, что человек вообще не может больше применять алкоголь. Какое-то время, долго. Он потом может снова покушать еще раз эти грибки, и снова повторится этот процесс, так. То есть можно себя кодировать в домашних условиях. Вот такой гриб. Интересно растет в наших краях.